Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Лохматая Душа. И простите, друзья, за боль, но ничего не можем сделать. 3 дня и 3 малыша с переломами. Сначала девочка с переломанной передней лапой, затем мальчик с открытым переломом. И сегодня 3-е сутки опять мальчик, только у него уже двойной перелом, ребята. Старый перелом плеча. И сегодня передняя лапа сломана. Мои хорошие дети, просто дети. И вот с такой дикой болью. Я знаю, что я прошу вас все время, я знаю, какое тяжелое время у нас. И тем не менее, простите меня и помогите, пожалуйста. Приюту реально очень тяжело выживать. Иногда такое, ребята, ну не просто отчаяние, а обида, что ли. И обида, и боль, и все это намешано таким киселем, что просто не знаешь, что там вылавливать. А еще сейчас, как ни странно, обострились неадекваты и пишут кучу гадостей. Что оказывается, и завод у нас свой есть, и мы сами отравили своих собак, и лапы мы им рубим. И что они только не пишут. Ребята, вы знаете, как страшно, вот читаешь вот это иногда. Они же приходят к нам под наши ролики и эту гадость пишут. Что они добиваются? Ведь они видят наши ролики, они видят наших животных. Что заставляет их писать эти гадости, ребят? Ну, никаких сил уже не хватает. Вот честное слово, если бы увидела лицом к лицу, ну просто разбила бы морду вот любой из этих тварей. За вот эту подлость, за эту грязь, за эту, я не знаю, какую-то желчь человеческую. Я не знаю, что они хотят. Ну кто им мешает приехать в приют и посмотреть? Ладно, я им не нравлюсь, и морда у меня не такая, и голос у меня не такой, и кричу я все время. Ребята, а если бы у вас за спиной было 2500 животных в стране, которой похеру все эти бездомные животные, и которые не знают, как выживать, и правительству на приюты эти наплевать, и малыши по дорогам сбитые, переломанные лежат, и на них всем наплевать. Я имею в виду вышестоящим. И приюты держатся только за счет вас, неравнодушных, тех, кто однажды пришел к нам и остается с нами. Я сегодня разговаривала с женщиной, которая заявила, что у них 5 малышей подбросили. Я предложила, вы же их кормите. Ну так соберите группу людей, сложитесь по 100 рублей и переводите помощь на малышей хотя бы, чтобы покупать им мешок приюта, мешок в месяц корма в приюте. Подключите автоплатеж по 100 рублей. Вы же приносите детям что-то поесть. Ну не купите вы мороженое, не купите вы бутылку лимонада. Переведите 100 рублей, пожалуйста, на корм животным. А женщина мне ответила, нет, я не могу. Так. Ну что, ребенок? Ребята, едем к врачу. Это открытый перелом. Лангетку наложили. Все, и надеюсь, очень быстро скоро его прооперируем. Да, маленький мой? Не бойся, все будет хорошо. Так, осторожно грузи, только осторожно. Постели, пожалуйста, еще. Осторожно только, и клади его сверху. Только очень осторожно, лапу. Ребят, осторожно. Ага, он сможет сам повернуться? Так, дай его посмотрю. Ну что, ребенок, ложись, мое солнышко, ложись. Все, с Богом, едем на операцию. Едем на операцию. Ложись, маленький, как тебе удобно, ложись. Ложись, ложись, солнышко, чтобы тебе удобно было. Ложись. Мягко специально сделали. А, ложись, мое солнышко, ложись. Все, его уже ждет Барков, ребята. Малыш едет на операцию. Закрывай. Так, аккуратненько. Так, и второго мальчика, у которого болит лапа. Сейчас надо вытаскивать. Да, давайте. Что ты, мой золотой? С малышом. У него, ребята, и мальчику надо делать КТ, у него он упал на лапки и почему-то не хочет вставать. У него что-то с позвоночником. Да, старичок мой? Давайте, ребята, аккуратно грузим. Мальчик едет на КТ. Так что сейчас у нас уезжают двое. Мы ведь не просим 1000. Мы просим, друзья, 100 рублей. В наше время это небольшая сумма за спасение жизни. И когда она говорит, что она так кричит, она требует. Нет, ребята, я не требую.
Я обращаюсь к вашей душе, к вашей совести. Неужели наша совесть не стоит 100 рублей? Вот скажите мне, пожалуйста, вы сами, как бы вы на моем месте поступили? И как бы вы обращались к людям, чтобы спасти чужие жизни? Да, я могу спасать дома у себя 5-10 собак. Но, ребята, у меня ведь их не 5, не 10. И я их не наплодила. Это же вы накидали их под заборы. Сначала ко мне домой, а теперь под приют. Это же вы звоните через раз и просите, заберите малышей то с кладбища, то с мусорки, то еще откуда-то. Ведь вы звоните и просите забрать, спасти. И мы отзываемся. И точно так же мы просим вас, друзья, помогите спасти поломанных. Поломанных малышей. А приют никак не может выжить, потому что никак не может собрать на корм денег. Я обращаюсь к тем, кто меня понимает. Друзья, у нас тройная новая боль. У нас трое детей. Трое детей, подростков, до 7-6 месяцев. И нам надо спасти им жизнь. Вы с нами. Благодарю вас всем сердцем и надеюсь на вас всей лохматой душой. Спасибо вам.